Посмотрите, кого я вам привел. Ой, разрисовался-то как. И не жен. Надолго к нам московские артисты. Антон решил круто изменить свою жизнь. Мой нога дымит, нелегальный щит. Я на долях сейчас. Мне лейбл кинут. Давай я тебе помогу. Но с одним условием. Ты устроишься на работу. В школу. Угораешь, что ли? Это братская забота. Идея в целом хорошая, мне кажется. Что, серьезно? Класс. Антон Викторович, в прошлом популярный музыкант. Он вместе с нами теперь будет сеять разумное. Давайте мы все просто сейчас тихонечко делаем своим, позанимаемся. Доброе. Вы его это, присоните легонечко. Вечное. Вы что же делаете? Рисую. Я вижу, что вы рисуете. Вы кто такой? Художник. Доигрался? Прости, я не такой святоша, как ты. Тут пишут, что он торчал жестко, потом попал в аварию и погибла его девушка. Ну, не знаю. Может, вы с подростками найдете общий язык. Такой же отбитый, только постарше. Я любовь, эту буду теплить и вынашивать так, чтобы она разрослась. Антон Викторович, вы нас украли? Нет, я вас освободил. Ты где, Антон? Все нормально, мы счастливы. Насрался этих своих наркотиков! Все беды из-за тебя! Не слушайте никого. Косячьте, ошибайтесь. За вас в жизни никто не проживет. Согласны? Да! Поздравляю с первым уроком. Ну как прошло? Супер. Бомба. Всем зашло. Хорошо, что никто не умер. Уже хорошо.